з такою енергетикою, з таким жизнелюбием, з такой тягой к всему происходящему в мире, с активной жизненной позицией, их нельзя назвать пожилыми. Ось таких приємних та теплих слів привітання та подяки розпочалося святкування Дня людей похилого віку для ветеранів війни та праці у Мирнограді. Представники міської влади та соціальних управлінь влаштували їм чаювання. Людям пожилого возраста, которые оставили свои рабочие места, нужно общение. Потому что общение, выражение себя, это очень много значит для любого человека. Для этого наша организация, в нашем офисе, у нас условия имеются. Этот праздник действительно значимый для людей пожилого возраста, потому что он бывает один раз в год. И в этот праздник нас всегда поздравляет руководство города, депутатский корпус всегда приходит к нам, желают нам всех благ, здоровья и процветания. Нам очень приятно, что о нас помнят, что о нас говорят, что к нам приходят, поздравляют. А мы люди уже такого возраста, как говорится, пожилого не хочется говорить. Как говорит моя подруга, вот чувствую, что мне 17 лет в душе, а доказать не могу. Соціальні служби міста намагаються усіляко підтримати літніх людей. І у цей день влаштували для них сюрпризи та подарунки. Городська влада та працівники соціальних установ роблять все, щоб люди похилого віку відчували себе захищеними. Дехто з чоловіків і жінок похилого віку продовжують активно цікавитися життям міста та є активними членами суспільства, каже міський голова Мирнограду Олександр Брикалов. За його словами, літні люди – це золотий фонд нації, тож вони здатні допомагати громаді влучними порадами та підтримкою. Сегодня особенный день для людей почтенного возраста, для наших ветеранов. Меня очень всегда приятно посещать комнату ветеранов, общаться с нашими жителями почтенного возраста, потому что эти люди всегда активны, заряжены энергией. Хочется, чтобы они делились своим трудолюбием, своим жизненным опытом, своей мудростью. Эти люди, которые строили наш город, развивали. Его. Они строили наши шахты, строили наши обогатительные фабрики, больницы. Поэтому мы со своей стороны должны делать все необходимое для того, чтобы они чувствовали заботу. Неабияку підтримку для ветеранів війни та праці у місті Мирноград надає і товариство з обмеженою відповідальністю «Вуглепромтранс», піклуючись не лише за своїх колишніх працівників, а й за людей похилого віку всього міста. Наше предприятие и сеть наших предприятий «Донецсталь» всегда поддерживают инициативы людей старшего поколения и в силу своих возможностей всегда помогают им. Літні люди кажуть, зустріч їх надихнула бути активними та бути щасливими від кожного дня.